Всем привет, с вами Бругеймер. В этом видеоролике я хотел бы вам рассказать об очень интересном приложении, и называется это приложение Neon Art. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел вас попросить подписаться на мой канал, меня смотрят большая аудитория без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а на этом мы начинаем сам видеоролик. Так, приходит приложение, открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Разделов достаточно много, но они все подобные друг другу. То есть для работы нажимаем «Разрешить», то есть доступ к галерее даем. Дальше выбираем фотографию, которую мы хотим обрабатывать. Даже может быть картинка какая-то, которая вам нравится. То есть мы ее загрузим. Сейчас рекламка пройдет, перейдем к самому интерфейсу обработки. То есть вот у вас уже открывается более такой подробный интерфейс, тут у вас есть различные инструменты для, так скажем, дальнейшей обработки изображения. Вот такие приложения, как PicShot, DripArt, NeonArt, они все подобны друг другу и практически ничем не отличаются. Зачастую считайте, что подобные все абсолютно до единых функций, то есть в общем-то так. Дальше мы тут можем, как видите, самые такие примитивные функции, текст, цветокоррекция, то есть фильтры, все те функции, которые зачастую нужны для обработки фотографий. То есть это в основном базовые функции, которые в большинстве юзаются только в подобных приложениях, редакторах. Такие фотошопы, как PS6 или же есть такие PixelUp, PS Touch, это уже и без PaintX, то есть одно компьютерное приложение, другие все на телефоны. То есть они имеют более расширенный функционал и больше, так скажем, инструментов для обработки или же вообще для создания чего-либо. То есть, в общем-то, это довольно-таки круто. Это приложение используется разве что немножко для того, чтобы сделать фотографию, делать определенный какой-нибудь эффект, который вам нравится, сымитировать что-либо, то есть, в общем-то, довольно-таки самые такие простейшие инструменты тут используются, так скажем, вот какие-то спиральки есть, то есть тоже тема такая вот зачастую, ну, не сказал бы, что прямо такая профессиональная, но все-таки это уже приложение для новичков, то есть для людей, которые не умеют пользоваться более такими профессиональными фотошопами и пользуются, выбирают вот подобные, вот так скажем, аналоги, то есть их. Ну, вдруг, если вы у вас будут вопросы по самому пользованию, то есть именно как правильно подбирать яркость, контраст, насыщенность, или же как правильно, допустим, там обрабатывать текст, пишите мне в ВКонтакте, в комментариях под этим видеороликом пишите, я вам постараюсь объяснить, как правильно это сделать, то есть именно напишу, с чего стоит начать и так далее, потому что если вы хотите полностью изучить приложение и как сделать довольно-таки крутые обработки, то мне придется для этого выпустить вторую часть. Вторую часть я выпущу на где-то 15 лайков. Вы набираете 15 лайков, я делаю для вас вторую часть, чтобы вам было, в принципе, интересно уже получить ту информацию, за которую вы, в принципе, пришли. Также не забудьте вот прямо сейчас опуститься вниз и поставить лайк. И написать комментарий, что вы действительно хотите. Либо у вас есть другой вопрос по данному приложению, либо вы хотите, чтобы я вас научил, допустим, определенной обработки фотографий, то есть либо за этим, либо за тем, что вам нужно, пишите, постараюсь помочь. Ну, а на этом я буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, которые досмотрели видеоролик до самого конца. С вами был Прогеймер, всем до новых встреч, увидимся в следующем видеоролике.